Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим замечательный салат. Смотрите, какая красота! Очень вкусный и аппетитный. Давайте будем приступать. Для нашего салатика такие нужны ингредиенты. Рис, чеснок. Чеснок у меня сухой. Вы добавите, если у кого нет, обычный чеснок. Значит, нужен орех, но у меня ореха нет. Я добавлю, у меня смесь здесь, смесь такая, семечки, там все вместе, в общем, орешки. Так, значит, тунец в масле, морковь вареная, оливки зеленые без косточки, помидорчик, соль, перчик, майонез. Майонез у меня домашний, вот такой вот, я делала вчера. Если кого интересует, у меня есть второй канал, можете зайти посмотреть. Значит, с чего мы начнем? В первую очередь мы с вами сварим рис. Ставим, я взяла такой ковшик, стаканчик риса, как всегда, описание, рецепт, ингредиенты под видео. Высыпаем рис, риса стакан и 2 стакана воды. Раз, 2. Рис у меня уже помытый. Значит, помешали. Ставим на большой огонь. И когда закипит, ставим на минимальный и варим 20 минут. Пока у нас варится рис, берем салатничку, оставляем в стороночку и начнем нарезкой. Ну, с чего мы начнем? Давайте мы нарежем оливки. Вот такие оливки без косточки. Мы их вот так вот порежем кружочками. Меленько кружочками порежем. Вот такими кружочками. Режем оливки. Порезали оливки и высыпаем в салатничку. Отставляем. Сейчас мы с вами порежем помидоры. Вернее, не помидоры, а, наверное, порежем сначала вареную морковь. Да, порежем вареную морковь. Обычно режем вот так вот, я режу кубиками, да, вот так обычно. Вот так, миленько кубиками. Ну, вот таким вот образом. Вот такими кубиками. Режем вареную морковь. Порезали вареную морковь, отправляем в салатничку. Отправили в салатничку, отставляем. Сейчас будем резать помидоры. Помидоры резать тоже будем кубиками. Режем помидоры. Вот эту часть убираем. Видите? Саму. Убираем в сторону. Вот еще. Чтобы много сока не пускало. Я вам сейчас покажу. Часть убрали, да, вот. И потом режем кубиками. Вот таким образом. Вот так вот режем, вот такими кубиками. Режем помидор. Порезали помидоры, положили в салатничку. И ждем, пока у нас сварится рис.
Прошло 20 минут. Рис наш готов. Но ему нужно, чтобы он остыл, чтобы был холодный. Давайте подождем. Я его, наверное, и открою, оставлю. Может быть, даже лучше высыплю в тарелочку, чтобы он быстрее остыл. Рис у нас остыл. Вот такой он получается. Рассыпчатый. Ни в коем случае, чтобы не был как каша. Мы высыпаем салатничку. Он у меня еще, конечно, не совсем остыл, ребята. Ну, пока я его высыплю, пока он еще теплый. Желательно, чтобы он был холодный, конечно. Ну, вот сейчас я его вот так вот высыплю, он практически остынет. У меня просто нет времени. Я сейчас пока вот так выкладу. Практически тепленький. Ну, желательно, чтобы он, конечно, был холодный. Ну, остынет сейчас. Сейчас на рис мы выкладываем тунец в масле. Так. У меня две маленькие баночки. Выклали тунец сверху. Теперь немножко присолим, так как мы чуть-чуть, потому что майонез соленый, я немножко присолю так. Чуть-чуть маленькие такие две щепотки. Рис не солили. Ну, майонез, в майонезе присутствует соль. Подперчим немножко по вкусу. Я так люблю, конечно, специи. Подперчу немножко. Пока не мешаю, если вы заметили, я не мешаю. Перемешаем уже все, когда положим, покладем майонез. Теперь кладем раз, два, три ложечки с горой. С горкой. Если надо будет добавить майонез, добавим, посмотрим, чтобы он не был тоже сухой. Пока по рецепту мы кладем 3 ложечки с горкой майонеза. Сейчас, не перемешивая, я высыпаю сухой чеснок. Если у вас нет сухого чеснока, выдавите на майонез 2 зубчика чеснока. И вот так вот немножечко перемешаем. И начинаем мешать чуть-чуть салат. Вот так немножко, я его совсем не мешаю, чуть-чуть вот так мешаю, да? Сейчас посмотрим, сколько нам майонеза, мне, например. Если кому-то нельзя или не хотят майонез, замечательно, салат получается со сметаной. Добавляю, нужно добавлять грецкий молотый орех. Но так как у меня в данный момент его нет, у меня была просто смесь. Такая вот, знаете, там семечки. И сейчас перемешаем все. Хорошенечко вымешиваем. Хорошенечко перемешали. Попробовали на вкус. Вкусненько. Ой, как вкусно, интересно. Такой салат. Вы знаете, ребята, по мне немножко соли не хватает. Я добавлю. А так вообще идеальный. Очень интересный, вкусный салат. Замечательный. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Готовится просто. Украсить вы можете по-своему, как вам нравится.
Пишите мне в сообщениях, кто готовил, кому нравится, не нравится. Всем сообщениям буду рада. Доброго дня! Крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения. На канале с вами была Лина. Пока-пока!